Один за другим перед воспитанниками Большесельского детского центра появляются сказочные персонажи. Начинается настоящее интерактивное представление. Скоро вместе с его героями все зрители танцуют веселый танец. Такое представление для детей устроили сотрудники Большесельского центра реабилитации. Сегодня здесь программа «Праздник детства». Она посвящена Всемирному дню детей. Разные мероприятия и занятия проводятся в центре каждый день. Мы играем, гуляем, развлекаемся. Что еще? Есть у нас занятия хорошие. Ездим куда-нибудь там в лагерь. Все воспитанники центра «Классок» из многодетных или малообеспеченных семей. Есть и сироты. С ними занимается целая команда специалистов. Психологи, логопеды, социальные педагоги. И главная задача – дать детям то, чего им не хватает в семьях. Это забота и внимание. Каждому ребенку подход индивидуальный. По каждому ребенку специалисты программы реабилитации разрабатываются. И подход индивидуальный, еще раз повторю. У детского центра в Большом Селе богатая история. В этом году он отметит свой 20-летний юбилей. Кстати, это первый реабилитационный центр в России в сельской местности. За это время у него появилось много друзей. Сегодня в гости к воспитанникам приехал член Совета Федерации Виктор Рогоцкий. И, конечно, не с пустыми руками. Какая песня без баяна, какой праздник без подарков. Поэтому, естественно, мы привезли много подарков детям. Они их сейчас будут разбирать. Это же для детей главное – это подарки. Это интересно. Так что, конечно, подарки привезли. Ну, я думаю, что эта работа не должна быть по праздникам, от праздника до праздника, она должна быть постоянной. После выступления дети и педагоги отправились на улицу. Праздник закончился спортивными эстафетами на свежем воздухе. Александр Лисицын, Денис Ромашов. День в событиях.